Мы должны испытать сковородку «Сотейник» на прочность. Мы там готовим, кстати, мясо. А мясо мы готовим с мандаринами, с фруктами и так далее. Оль, хочу немножечко корочку обжать. Немножечко добавить. Вот сейчас вот мы обжарим. Все, и можем уже доставать. Пойдемте. Пойдемте посмотрим, что у нас получилось. С удовольствием, Олег. Все у тебя так вкусно всегда получается. Вот скажи, пожалуйста, ты всегда готовишь с душой? Или можно так, знаешь, без души и все равно вкусно? Есть два случая приготовления. Да. Очень важные, кстати, от чего получается блюдо. Первое. Нужно иметь хорошее настроение. Еда любит только хорошее настроение. Ага. И второе. Это качественная посуда. А теперь только вдумайтесь. Как можно приготовить идеальное мясо, вот такая вот телятина с фруктами, ой, только при помощи качественной посуды? Друзья мои, вы посмотрите, какая идеальная корочка, какие идеальные, при этом фрукты у нас не получились квашней. Ты представляешь, мясо с фруктами в духовом шкафу. Вы хотите узнать, из чего мы как сделали? А теперь минуточку внимания. Целая комплектация набора, внимание, с подарком. Да, друзья, это вам целый набор. Друзья, давайте посчитаем, сколько у нас всего предметов. Здесь у нас различные кастрюльки от мала до велика. Еще есть сковорода, сотейник и, внимание, подарок. Если вы успеваете дозвониться во время прямого эфира, тогда вы получите гарантированный подарок в виде набора ножей. Сейчас я вам его покажу. Ну, а это набор, ну, действительно, который должен быть на каждой кухне. Вот ты сказал про настроение. Да. Ты сказал, если с хорошим настроением готовить, всегда все вкусно будет получаться. Но какое может быть настроение, когда берем старую кастрюлю, так, она вся уже испорченная, там все прилипает. Ну, какое настроение? Никакого настроения. А теперь только вдумайтесь. Это профессиональное качество на вашей кухне. Вы только вдумайтесь, заказывая вот этот набор подарков посуды из нержавеющей стали, вы получаете подарок. Олечка, давай-ка расскажем, что. Смотри, подарок мы получаем, набор ножей, но вот эти кастрюльки, вот посмотрите на них, посмотрите, они чистенькие, они новенькие, в них хочется готовить. Мы, милые женщины, устаем с вами, конечно, работаем, потом вечером готовят, все это надоедает, но когда на нашей кухне нас приветствует такая красота, все, сразу хочется браться вновь за работу. Кстати, вот все, что вы увидели, это полноценная комплектация. Поехали. Самая большая кастрюля объемом 6,1 литр нержавеющей сталь, пятислойное капсульное дно. Следующая кастрюля объемом 3,6 литра нержавеющей сталь, также пятислойное капсульное дно. Следующая кастрюля 2,7 литра, тоже нержавеющая сталь и капсульное дно. 1,9 и 1,9 у нас и кастрюля, и специальный ковш для завтрака. Ага. Сковорода-сотейник с настоящим покрытием в виде природного материала, мраморной крошкой. И минуточку внимания. Все, кто сейчас заказал этот набор, от нас с Ольгой Грядуновой и от телеканала Шопен Шоу получают подарок. Да, ты, пожалуйста, не говори. Вот все-все. Не а все. Что? Только те, кто успеет дозвониться во время прямого эфира. У нас 50 подарков есть в наличии, поэтому прямо сейчас бегом набирайте номер телефона. Пока еще подарки есть. Я вам это гарантирую. 4999 рублей за 12 предметов и плюс подарок. Подарков мало. Итак, бесплатная доставка еще, Олег, гарантирована на данное приобретение. А я сейчас минуточку закрыл, внимание. Нержавеющая сталь. Мы начинаем нашу презентацию со сковородки «Сотейник». Но помните, я отправлял ее в духовой шкаф. Смотрите, вы можете использовать не только в духовом шкафу, но и на плите. Вы только посмотрите, вот эта фасоль вместе с ребрышками, с томатами и с баклажанами именно томила здесь. А знаешь, Олечка, благодаря чему? Благодаря чему? Потому что здесь пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно, которое создает эффект томления настоящей правильных блюд. То есть, как у наших мам, бабушек. Друзья мои, смотрите, чеснок, кстати, ты обрати внимание, чтобы раскрылся, я только надрезы делаю. Слушай, а я всегда думала прям вот целую головку. То есть надрезать надо, надрезать обязательно, чтобы он раскрылся, иначе. Вот, смотрите, вот так вот надрезаем. Запомните, пожалуйста, милые хозяйки, а то же мы с вами много чего не знаем. Олег Сотников, шеф-повар России, сегодня делится не только маленькими секретами, но и рецептами кавказской вкуснейшей кухни. Друзья мои, сейчас мы расскажем, за счет чего у нас получилось. Но, Оля,
Будешь пробовать? Конечно. Молодец. Я тебе кусочек, вот ребрышко. Кусочек ребрышка. Ты мне еще косточку дай поглотать. А можно с фасолью? С фасолью, кстати, фасоль я обожаю. Давай. Ты мне скажи, пожалуйста, что ты сюда добавлял? Томатная паста. Я добавил сюда чеснок. Сначала обжарил и кабачки с баклажанами. Потом фасоль и оставил на томление. Сейчас расскажу, за счет чего получилось. Рассказывай. Вау. Безумно вкусно. Знаете, за что я люблю кавказскую кухню? За то, что она остренькая. Вот знаете, потрясающе вкусно. Приходите к нам на прямое включение, заказывайте вкусные предложения и готовьте так же невероятно вкусно, как и Олег Сотников. 4999 рублей за гарантированный результат и за гарантированный набор, состоящий из 12 предметов. Слушай, Олег, ты знаешь, да. Я еще обратила внимание, что мясо у тебя мягкое. Почему оно у тебя прям все протушилось? Потому что мы здесь создали эффект томления. Пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно, которое позволит приготовить как в настоящих ресторанах. То есть эффект настоящей профессиональной кухни. Это лидирующие технологии. Первый слой идет нержавейка, потом алюминий, нержавейка и так 5 слоев. Это редкая функция, которая представлена именно в нашей посуде. Друзья мои, но перед тем, как рассказать вам, как устроена наша посуда вживую, я хочу показать, как устроена ваша. Во-первых, Оля, опять ты изуродовал кастрюльки. Нет, не в этом дело. У нашей посуды клепанные ручки. Все. Здесь же ручки отваливаются. Здесь сделана холодная сварка. Со временем отвалится. Это неправильная посуда. И здесь установлено всего лишь одно дно. Вот такое вот капсульное дно. Здесь? Одно. Смотри, как устроено у нашей посуды. Здесь 5 слоев. Вот они находятся. Давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5. Утолщенная. Толщина этого дна, в отличие от вашей посуды, практически целый сантиметр. А значит, здесь можно приготовить настоящие вкусные блюда, такие как эффект создает глиняного горшка. Томленые, мясо получится сочным, мягким. И более того, нашу посуду можно отправить в духовой шкаф. О, здорово. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, кавказскую еду. Вот у нас, например, принято было готовить в русских горшочках в печке. А кавказскую еду в печи готовили? Ну-ка, ты обиделась сейчас? Конечно, можно готовить, друзья мои. Еще раз. Самая большая кастрюля 6,1 литра. Так. Следующая кастрюля 3,6 литра. Следующая 2,7. Еще раз напоминаю, пятислойная термоаккумулирующая капсульная. Слушайте, давайте вот на этом остановимся, я сейчас расскажу. Казалось бы, 1,9 литра. Для чего вот одинаковый объем? О, да. Смотрите, в ресторанах используют это для завтрака, а ковшики используют для соуса. Ага. Потому что в нержавеющей стали ты можешь готовить любые кисло-сладкие блюда. Слушай, заказывая сейчас секундочку, Оль, получают еще сковородку, сотейник, который можно отправлять в духовой шкаф, прямо выпекать здесь. И только во время прямого эфира. Абсолютно верно, только во время прямого эфира мы дарим вам подарок. Дорогие наши телезрители, звоните прямо сейчас, получайте подарки. Пойдемте. Получайте удовольствие от новой посуды.